Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о «Форде» без педалей и «Мерседесе» со смайликами. Компания «Форд» совсем не хочет уступать конкурентам в борьбе за дело беспилотного вождения. Уже в 2021 году американская компания планирует выпустить на дороге общего пользования полностью автономный автомобиль. Готовятся фордовцы серьезно. Для испытаний новой техники они построили целый город на территории университета штата Мичиган. Здесь есть жилые дома, сложные развязки и пешеходные переходы. Присутствуют и сами пешеходы, и другие участники дорожного движения. Интересно и то, что в некоторых местах разметка стерта, а знаки местами раскрашены маркерами для чистоты эксперимента. В качестве испытуемого используется модель Fusion, который у нас продается под названием Mondeo. На автомобиль установлены скоростные видеокамеры, куча ультразвуковых датчиков и радар, как у авианосца. Первыми клиентами беспилотных Ford должны будут стать компании-перевозчики Uber и Lyft. По предварительным данным, в автомобилях не будет руля и педалей. Звучит жутковато. Тем временем Mercedes решил совершить очередную революцию, на сей раз в автомобильных фарах. Буквально недавно немцы представили свою новую технологию головного света — Digital Light. Эти светодиодные устройства включают в себя чип с более чем миллионом микрозеркал, которые перемещаются по отдельности. Фары способны создавать изображения и проецировать их на асфальт с разрешением в 2 миллиона пикселей. Это может быть дорожный знак, зебра, показывающая пешеходу, что его пропускают, или просто смайлик. Главное функционирование умных фар — анализ. Радар, установленный на автомобиль, передает информацию о дорожной обстановке управляющей электроники. Она и принимает решение, куда направить пучок и что нарисовать на асфальте. Система управления светом разработана Mercedes при поддержке правительства Германии и производителей осветительных приборов. И сейчас любой желающий может принять участие в ночном тест-драйве. Первым серийным автомобилем, на который будет установлен Digital Light, станет, конечно же, S-класс. Остается, кстати, открытым вопрос со взломом этого узла. Ведь при наличии желания на асфальте можно нарисовать такое. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».